Так, мы пришли в Шейшек, спрятались здесь, можно сказать, вот. Снег дождя, который там на улице. А что за место? Шейк-шек. Это американский фастфуд с максимально правильной говядиной, не как это называется, без ГМО, без этой всей херни, которую любят веганы и прочее. Ну вот, поэтому так ему надо, это вот моя часть. Что вы взяли? Я взял обычный шейк-бургер. Классический. Ксюша взяла смок-шек с беконом. И сейчас мы будем пробовать. И фрайса классическое еще. И классический фрайс, да. Макдональдс или нет? Не Макдональдс? Надо будет в Москве прямо попробовать. Это вообще офигенная. Да? Угу. Такая как будто со сливочным маслом. Попробуем еще картошечку с горчицей. Хрустящая прям. Рифленая. На самом деле очень большая часть кафе, все стоят стоя и просто едят. Потому что как бы мест сидящих достаточно мало. Гораздо меньше, чем желающих. Все, давайте есть.